Ну да ладно, сейчас мы поговорим о очень приятном. Передадим слово нашей соведущей Юлии Максимовой, потому что она находится... Она находится в вкусном ресторане. Юлия, доброе утро еще раз. Расскажи нам, что вы будете сегодня готовить, бренд-шеф-повар Евгений Баранников рядом с ней. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, студия, доброе утро, ребята. Действительно, все правильно. Я нахожусь прямо сейчас в ресторане «Формаджо», а рядом со мной супермен. Практически в гостях Евгений Баранников, бренд-шеф ресторанного холдинга «Беллини Групп». Доброе утро. Доброе утро всем. Да, вот вы находитесь рядом со мной на летней террасе нашего ресторана. Вот. Правильно было бы сказать, что я нахожусь у вас в гостях, действительно это так. Мы сегодня будем готовить летние блюда, но первым у нас в списке идет летняя закуска, это так? Да, летняя закуска, сегодня я ее приготовлю буквально вот из всех этих продуктов. Она состоит из пряной груши, артишоков, разных листьев салатов, вяленых черри, ну и такой пикантной летней свежей фруктовой заправкой. Ну тогда, Евгений, приступай, мы с тобой сразу на «ты», да, начинай, а я по ходу буду наблюдать. Кстати, друзья, я хочу напомню, что рецепт летней закуски у нас обязательно появится на экране. Может быть, он появился уже даже сейчас. Поэтому смотрите, наблюдайте. И самое главное, наблюдайте за ловкостью рук бренд-шефа «Беллини Групп». Я буду тебе иногда так подносить микрофон, узнавать, что за ингредиенты и почему именно они входят в состав летней закуски. И, кстати, вот я тут подумала, что с наступлением летней жары и вот такой вот... какой-то сумасшедший температурного показателя на термометре. Хочется в меню все больше каких-то летних блюд. Вот на самом деле, чем это обуславливается и что входит в состав летних блюд? Ну, на самом деле, начнем с того, что есть понятие сезонности, да, и я не могу предложить любимому гостю, ну, то есть тебе там или еще кому-то, или человеку, который сейчас нас снимает на камеру, я не могу предложить мясо, когда реально на улице жарко. Человек хочет кушать, я это понимаю, но я ему должен предложить что-то легкое, актуальное и не нагружающее организм, чтобы чувствовать себя комфортно после того, как ты поешь. Поэтому в летние новинки, соответственно, должно входить как минимум, максимум, это какие-то морепродукты, либо рыба. Зелень. Зелень обязательно. Почему? Потому что это, ну, легкий продукт. Хорошо. Ну и... Ты приступай пока. Да. Мне очень нравится, когда салат, он начинается с какой-то, знаешь, такой легкой подушки из зелени. Это такое обязательное условие для летних закусок? Это не обязательно вот это условие. Это, ну, знаешь, мне кажется, что это основа каких-то закусок, либо основа какого-то легкого салата. Вот. Я уже положил, как ты видела, разные листья. Сделал пряную грушу, но у меня сейчас пряная груша, сейчас в данный момент она теплая, я ее чувствую даже, вот. Но рекомендую сделать ее холодной, чтобы она заранее была сварена. Я ее сварил в сиропе с пряностями и винным малиновым уксусом, с коньяком. Коньяк, скажем, такой прям крепкий, насыщенный, можно его заменить ромом, либо каким-то пряным напитком таким. Ну, груша – такой продукт, который нужно как минимум полтора часа вот настаивать, мариновать. Этого времени достаточно? Это много или мало? Я ее не намариновал. Например, мы торопимся, нам нужна пряная груша вот прям срочно. Если мы торопимся, и нам нужна пряная груша срочно, нам не нужно ее мариновать, ничего не делать. Нам достаточно ее просто остудить, так, чтобы она была холодная. Вот я ее сварил, и прямо вот в этом сиропе ее можно переложить в холодильник, и пусть она будет там. Ждет, дожидается. Я чувствую аромат, ароматный очень сильный. Да, бадьян, корица, ветки розмарина, соответственно, про напиток, который я говорил, какой-нибудь пряный напиток. Если его нет, можно использовать коньяк, потому что мы уже пряности использовали. Ну и, конечно же, вода с сахаром. Можно использовать тростниковый, можно обычный, либо мед. Вот, пожалуйста, груша готова. Так, дальше продолжаем. Как быстро, и груша готова. Она не только придает вкус, я так понимаю, за свои пряности, но еще и очень такой красивый образ нашему. Ну да, вот закуске. Сейчас... Вот это вот объясни мне, что это за такой... Сейчас я в руки беру. Фрукт, не фрукт, это на самом деле растение. Взял в руки артишок. Артишок это, ну, с виду... Цветок, ну совершенно верно, если он... Не распустившийся, насколько... Ну да, бутон. Да. Это семейство астровых. Оказывается, человек как-то понял в какой-то момент, что его можно кушать. Угу. Все. Это в данный момент маринованный итальянский артишок. Угу. Обязательно ли его, Жень, скажи, пожалуйста, мариновать, артишок? Или можно использовать в сыром виде? В сыром виде однозначно нет. Я его кушал, пробовал... По-моему,
По-моему, в Сент-Тропе, да, в Сент-Тропе ездил на обучение в очередной раз и кушал вот прям вот такой большой, большую шишку, прям вот такую. То есть я сначала не мог понять, как ее кушать, потом мне объяснили, что отрываешь чешуйку за чешуйкой, и у основания, там, где она растет, грубо говоря, нужно его кушать. А он был отварным на пару, на пару белого вина. То есть идеальная вообще, идеальная закуска, шикарная. Я первый раз такой попробовал. Только хотел спросить, правда говорят, что это очень вкусно? Да, это безумно вкусно. И почему я напоролся и захотел именно вот эту закуску? Это потому что вокруг меня все столы тоже сидели с этими шишками артишоков, и все кушали. Я говорю, а что они едят? Они говорят, едят артишоки. Я говорю, так они же переспевшие, и уже как бы их нельзя кушать. Он говорит, вот попробуй и... Ну, послушай, тогда ты точно, наверное, знаешь, что это все не очень, ну, вернее, не только вкусно, но еще и полезно. Но об этом мы обязательно с тобой поговорим. А давай еще вот последние ингредиенты. Это козий сыр. Да, это совершенно верно. Козий сыр, Bellini Group. Мы его готовим сами, это наша гордость. Вообще сыры, любой сыр, который готовим мы сами, это наша такая большая гордость. Я так понимаю, что салат, в общем-то, закончен. Это последние штрихи. Да. Это салат, и при том, что, как мы с тобой говорили уже, что это очень легко, вкусно, актуально и полезно. Вот сейчас просто берем заправку, инжирный бальзамик. Угу. Все. И салат готов. Точнее, не салат, а закуска. Все очень быстро, просто и вкусно. Вы можете увидеть рецепт обязательно на экранах, посмотрите. Но я говорю спасибо Евгению Баранникову, потому что в 8:05 мы вернемся и приготовим еще одно не менее вкусное блюдо. А пока я предлагаю попробовать. Спасибо огромное. Да, спасибо. Сейчас будем пробовать. Если вы прямо сейчас готовы позавтракать, то вам приятного аппетита. Это особенно актуально. Спасибо, Евгений. Тогда вернемся в 8:05. Вернемся. Ждите. Смотрите. Доброе утро, друзья. Сейчас мы видим вот где-то сзади нас Евгений разговаривает с креветкой, видимо, пытаясь ее уговорить. Но он просит, чтобы залезть в салат самостоятельно. Залезть в ризотто. Мятный ризотто сейчас будет готовить Евгений Баранников, Юлия Максимова, наша коллега на выезде. Юлия, еще раз доброе утро. Рассказывайте рецепт, мы хотим, ну хотя бы полюбоваться на эту креветку. Доброе утро, мы вас слушаем. Вас видим, но пока не понимаем. Ну что, доброе утро. Мы находимся прямо сейчас в гостеприимном, очень уютном ресторане «Формажа». Рядом со мной бренд-шеф Bellini Group заигрался с креветкой Евгений Баранников. Доброе утро, Женя. Доброе утро. Просто фантазия вот просто бурная. Вот я вот подумал, а если бы у нас вот просто по улице такие ходили, вот, это было страшно или не очень? Ты лучше расскажи мне, что мы будем готовить вторым блюдом летним. Вторым блюдом не менее актуально вот этой жаре, летней жаре будет приготовлено мятный ризотто с креветками в кленовом сиропе. Давай приступать. Я, с твоего позволения, начну говорить ингредиенты, которые туда входят. Давай. Вот, а если что-то вдруг не так, ты мне поправь. Хорошо. Рис, креветки, я здесь смотрю чеснок, мята. Мята, белое вино, креветки, допустим, тигровые, креветки тигровые большие, кто-то их называет королевские. Ну, суть не меняет, главное, чтобы они были свежие и вкусные. Вот, рис, соответственно, петрушка, моцарелла. Моцарелла здесь используется в виде такого связующего. И почему моцарелла? Потому что она имеет, этот сыр имеет нейтральный такой вкус. Угу. Вкус коровьего молока. Ежели, допустим, если бы мы добавляли какой-то твердый сорт сыра по типу пармезана, да, то есть он уже терпкий такой, насыщенный, поэтому здесь должна быть нейтральность во вкусах. Почему? Потому что креветка очень нежный продукт и легкий, мы немножко его, скажем, обдадим мятой, и это будет все такое свежее, приятное, и немножко брызнем кленового сиропа, сладости придаст. Чуть-чуть сладости, чуть-чуть такого традиционного аромата и вкуса чеснока, сыр, креветки. Смотрю, у тебя здесь стоит зелень и, конечно же, мята. Мята – это, я так понимаю, как раз тот самый ингредиент, который добавляет летнему блюду еще более такого летнего содержания, летнего вкуса. Да. Я вчера
специально у ребят своих спросил, говорю, как, что хвалят, какие новинки. И все говорят, там, типа, очень палец кверху показывают, когда уже заказывают мятное ризотто с креветками. Mm-hmm. Вот. Я, честно говоря, думала, что мяту можно использовать, ну, так, знаешь, так по-дилетантски, только в лимонаде. Оказывается, еще и ризотто можно готовить. Ризотто – это вообще итальянское блюдо, насколько я помню, память мне, если не изменяет. Вот, поэтому попробуем его в наших сибирских реалиях приготовить. Вообще, насколько пользуется ризотто популярностью в ваших ресторанах? Наши гости очень хорошо полюбили это блюдо, и в нашем ресторане ризотто есть не только, допустим, мятный, как вот здесь. Это, кстати, некий такой, кто-то, может быть, назовет фьюжн, да? Это смелый ризотто, это мой ризотто, авторский ризотто. И он уже как бы, его полюбили уже. Вчера мы ввели в новинки, да? А так есть ризотто и с мясом, и с сырами уже более итальянскими. Я просто предлагаю что-то еще, да, параллельно готовить, делать. Я параллельно не могу готовить, у меня нагревается сковорода с маслом, поэтому мне нужна сейчас температура, поэтому ждем, можем поболтать. Хорошо. Я смотрю, чеснок ты прям бросил вот целиком, не стала вырезать. Это почему так? Потому что я не хочу, чтобы чеснок попадался как еда на зубок, да. Я хочу, чтобы он оставил только легкий аромат свой, то есть свое присутствие, но его не должно быть здесь. Понятно, да? Ну, да, я поняла. Потом, получается, мы его будем вынимать оттуда или нет? Или он для аромата останется? Чесночок. Сейчас мы уберем его, конечно. Обязательно уберем. Николаевич. В походных условиях. Да будет газ, сказал Евгений и начал править баллончик. Все в порядке, я думаю, сейчас будет, да? Давай настроим. О, да, класс, все отлично. Угу. Так, чеснок, мы его потом будем вынимать. Да, чеснок. Можно добавить сюда для ароматики, для насыщения масла, можно добавить сюда не только чеснок, можно добавить тимьян, розмарин, шалфей. Mm-hmm. То есть такие продукты, которые обладают конкретной ароматикой, конкретным таким своим характером, mm-hmm. вот этими продуктами можно насытить горячее масло. Mm-hmm. После чего этот продукт, соответственно, уже выбрасываем. Mm-hmm. И уже начинаем готовить по рецепту. Согласна. Я смотрю, что у тебя здесь креветки, да, ты уже сказал, что они разные, но одни почищены без головы, а другие ты оставил с головой. Это как бы тоже элемент некого такого декора или вот зачем? Вот ну, почему вот так? Да, вот эти две как будут служить как декор, потому что у них сохранены усы, я специально когда чистил их, оставил усики, лапки, вот эта голова такая. То есть это я все оставил для того, чтобы было, сейчас скажем, а-ля оформление такое, да? А основа будет, конечно, уже из более мелких креветок, тоже тигровые креветки. Вот, они сырые, потому что я готовить буду буквально сейчас. Сырые они вот такого цвета, практически серого такого. А когда уже вообще морепродукты, когда становятся готовы, он принимает такой оранжевый, приятный оттенок. Золотистый, очень да. Красивый, да, креветки этим особо отличаются. Ну что, у нас там масло уже нагрелось сейчас почти? Вот просто порубим несколько креветочек. Не обязательно резать их мелко, да? Важно, чтобы кусочки были такие цельные. Да. Да. Обязательно их нужно предварительно почистить. То есть как мы их чистим? От основания, то есть от основания головы, да, и до хвостика делаем неглубокий надрез вдоль позвоночника и достаем специально черную жилу. Угу. Это такой очень важный момент. Да, вот я, например, об этом момент, не знала. Почему? Потому что то есть там находится песок, то есть продукты, ну вот то, что они кушают, mm-hmm. то есть они же питаются песочком, mm-hmm. соответственно, это все остается там. То есть когда ты кушаешь креветку, скрип вот этот вот и неприятное ощущение в зубах, ну, это неправильно, поэтому за этим нужно следить. Мы поступаем предусмотрительно, вынимаем вот эту вот черную жилку, да, и у нас все будет очень вкусно. А вот, кстати, по поводу специй, скажи, пожалуйста, я знаю, что есть разные виды ризотто, но вот конкретно для этого используются какие-то специальные специи, пусть будет так. Я уже повторяю, что блюдо должно быть легким и ненасыщенным. Я не люблю вообще, когда блюдо, скажем, философия блюда должна быть в первую очередь легкой. То есть человек и наше восприятие, мы должны его понимать. Они должны кушать и мучиться. То есть голова не должна забиваться какими-то там, а это что, это что, это что. То есть должна быть легкость. Легкость подачи, легкость в цветах, легкость в восприятии и в понимании вкусов. То есть минимум все различных специй.
Конечно, есть такие блюда, как плов, и там, ну, необходимо, да, все добавить для баранины, все, барбарис, там, изюм, курагу некоторые добавляют, все различные овощи, чеснок втыкают, там, и все-все-все. То есть и специи начинаются все различные, там, такие кавказские, да. То здесь, ну, это там имеет место быть и имеет право. То есть здесь должно быть все легко. Но в случае с ризотто я поняла, главное не перебарщивать овощей. Может быть, нам прибавить огонь? Так он на максимал. Да, это вот так вот, да, у нас получается. Ветерочек дует. Угу. Ну, креветки, да, я смотрю, кстати, уже начали приобретать, так не спеша, да, уже. Это не беда, что у нас маленькая температура, вообще не беда. Сейчас это постепенно нагреется. Да, к слову о температуре, хотел уточнить, при какой температуре лучше готовить ризотто? Ну, начиная, например, с какой-то и заканчивая там... Сам ризотто нужно готовить, конечно же, при хорошем таком нормальном кипении. И постоянно стоишь и готовишь. Почему? Потому что рис состояние сырого начинает вариться, провариваться до состояния альдента. Ты периодически должен доливать бульон. Доливаешь, он выпаривается, пробуешь зерно. И как только оно готово, накрываешь крышечкой, он должен немножко постоять и уже подавать. Вот это обязательное условие, да, чтобы рис был чуть-чуть на зубок, как говорят итальянцы. Да. Как часто тебе признаются, не знаю, ну, не повара, но, может быть, друзья твои, те, кто любит готовить дома, когда хотели приготовить ризотто, получился банальный плов? Ну... Или рисовая каша? Периодически. Ну, периодически, скажем, из тех, кто готовит, если они готовили ризотто, они явно их переваривали. Переваривали, либо не доваривали. Еще говорят, что очень сильный альденто такой. Вот это такой баланс, который нужно правильно соблюсти. И вот как поймать вот тот самый момент, не знаю, тут либо использовать какой-то специальный рис, либо как-то выдерживать температурный режим, либо засекать время. Как вот правильно? На самом деле, вообще секрет в том, что как правильно приготовить ризотто, нужно вначале каждое зерно этого риса нужно обжечь раскаленным маслом в сковородке, либо в том сотейнике, в котором ты готовишь ризотто. Когда зерно обжигаешь, оно образует, то есть каждое зернышко, оно образует некий кокон, некую такую защитную корочку, что позволяет, ну, скажем, Не развариваться, да, и постепенно впитываться влаги в зерно. Хорошо, рассказывай, что мы делаем дальше. Пошла. Доброе утро. Ну, вот мы позже вернемся к прямому включению от Юлии Максимовой. Они готовят мятный ризотто с тигровым креветкой. Они так увлеклись, что прерывать их невозможно, да. Но мы сейчас, тем не менее, прервемся на рекламу, потому что даже в кулинарных программах, где все очень вкусно, так делают. Наконец-то они сделали это, и сейчас к зависти всех нас будут это уплетать. Вновь передаем слово Юлии Максимовой и Евгению Баранникову. В гостях у Евгения Баранникова. И вот такую вот красоту мы наготовили. Давай еще раз расскажем, что это, буквально несколько секунд. В общем, приготовили летнюю закуску из артишоков, пряной груши с козьим сыром и мятное ризотто с креветками в кленовом сиропе. Позволь, я уже попробую. Закуску я пробовала, мне очень понравился на вкус артишок, и мятная груша была прекрасна. Прямо сейчас я хочу попробовать, я тебе передам микрофон, а пока попробую ризотто. Давай. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Ну, пробуй, уже не томи. Я буду сейчас спрашивать в прямом эфире. Ну как? Можно я это заберу с собой? Забирай. Я хочу, чтобы ты тоже попробовала. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Я чувствую вкус кленового сиропа. И что-то, вот та самая, наверное, мята, да, придает привкус. Видишь, какие креветки мягкие и нежные. Их не нужно грызть и жевать. Они прям только-только порозовели, мы их сразу достали. Друзья, это что-то потрясающее. Мне очень нравится начинать свой день понедельника и рабочую неделю именно в такой компании, именно за такими гастрономическими прекрасными блюдами. Я благодарю нашего гостя. Сегодняшнее утро я сделал вместе с вами гастрономическим, очень вкусным Евгений Баранников, бренд-шеф ресторанного холдинга «Беллини Групп». Пожелаю всем нашим зрителям хорошего дня. Ребят, живите вкусно и всем классного, хорошего понедельника, несмотря на дикую жару. Берегите себя. Всем вкусовых открытий и хорошей трудовой недели. Ребята, передаю вам слово.